15 февраля. Осталось 6 дней до момента, когда станет ясно, что там вылупится или нет. И смотрите, что у Квочки из носа торчит. Усы. Сейчас я тебе выйму. Сейчас. Дай сюда. Вот так сидит, смотрит. Почти без возражений. Ну и накрою. Она через время опять начала храпеть. Ну и думаю, что в принципе-то. Все равно же раскрывается. Не, не так. Не клюет меня. Привыкла. Каждый раз приходится приучать Квочку к рукам. Каждый раз. И еще что хочу показать. Вот там видно, если присмотреться, яичко. Его желательно подпихнуть. Подпихнуть и тут дополнительно вот так закрыть. Сям. Она сбрасывает туда дальше этот укрытие, это платочек этот. Как там ее назвать? Ковер по-английски. Гордая такая мамочка. Довольная, поела. Жарко ей, наверное, становится. Ну, ничего. Скоро буду цыплята греть. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв Зверобой. Осталось 6 дней. Посмотрим, что там получится. Ранние цыплята, лютики. Как оно там произойдет. Подписывайтесь на канал. Пока!